ежегодной жизни уходят любимые всеми. Деятели культуры и искусства, звезды кино и спорта. Мы теряем тех, чье творчество и талант много лет являлись неотъемлемой частью нашей жизни. Это актеры и актрисы, певцы и певицы, режиссеры и композиторы, спортсмены и писатели. В числе потерь также политики, бизнесмены и общественные деятели, имена которых часто были на слуху. Все они вписали свои имена в историю. Но сегодня хотелось поговорить про знаменитого Фикрета Мамедова. Советский, азербайджанский актер Фикрет Мамедов скончался 5 апреля на 66-м году жизни. Причиной смерти названа продолжительная болезнь. Фикрет Мамедов родился 1 января 1956 года в Баку. Его дед Агаси Мешедибеков был известен исполнителем на таре, композитором, заслуженным деятелем искусства Азербайджана. Отец Али Мамедов – директором киностудии «Азербайджанфильм». Мамедов закончил ГИК. На экранах дебютировал в 1961 году. Среди работ «Жизнь учит», «Лев ушел из дома», «Оазис в огне», «Прилетела сова», «Деловая поездка», «Последний рейс», «Черная Волга» и многие другие именитые фильмы.